Приветствую вас всех, уважаемые зрители и подписчики моего канала. И сегодня я вам хочу показать вторую подкормку клубники. Итак, давайте же посмотрим, как я ее делаю. Как видите, клубника у меня уже зацвела. Скоро появятся у нас ягодки. Цветет клубника очень красиво. Мне нравится. Не знаю, как вам. И теперь настала пора подкормить ее второй раз. И подкармливать я буду ее в этот раз золой. Как я готовлю золу? Ссылка сейчас появится на это видео вверху экрана и будет внизу под видео в описании. Если что, переходите, смотрите, как я готовлю золу. Итак, давайте же приступим к подкормке. И помните, что удобрение из древесной золы – одно из самых лучших средств. Золу я хорошенько-хорошенько размешал. И теперь берем 1 литр золы и выливаем в ведро с водой. Получается у меня 1 к 9. В итоге емкость с золой получается у меня 10-литровое ведро. И теперь давайте же подкормим нашу клубнику. Литр такой подкормки прям под корень клубники. И за это нам клубника будет очень благодарна и даст хороший урожай клубники. Как видите, способ очень простой, легкий, но он обязателен для нашей клубники, так как она в этом очень нуждается. Я не буду вам сейчас зачитывать, из чего состоит зола, что она дает. Я не буду тут умничать. Так что как-то так. Ну, в общем, подкормил я уже всю клубнику. Перед подкормкой обязательно полейте ее водой. Просто водой. А потом уже начинайте подкармливать. Ну что ж, друзья мои. Клубнику я подкормил второй раз. Сейчас середина мая. И теперь следующая подкормка будет состоять из куриного помета. Ну что ж, друзья, кому понравилось это видео, ставим палец вверх. Подписываемся на мой канал. Всем пока-пока. И как говорится, всем вам хороших и больших урожаев вкусной ягоды клубники.